Сопротивные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Окроплением воды всесвященной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Часовность окроплением воды всесвященной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодать Духа Святого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, кроплением воды сих священным бегство притворится всякое лукавое, Благодарим всех за восстановление этой церкви. Это очень трогательный момент. Έρχονται μνήμες οι οποίες θεωρώ όλοι μας θέλουμε να έχουμε πάντοτε. К нам приходят сейчас воспоминания, которые я считаю, что они всегда должны нести эти воспоминания. Δεν είναι άλλες από την συνεργασία για την επιτυχία της ελευθερίας. Как раз это воспоминание о взаимодействии наших народов за достижение свободы. Εμείς οι Έλληνες είμαστε ένα έθνος, το οποίο υπάρχει 3.000 χρόνια. Греческий народ существует 3000 лет. Мы сеноны падоте и кини христия. Нас всегда связывала общая вера. Кето и кини глоса. И общий язык. Είμαστε περήφανοι που ένα άλλο έθνος, όπως το ρωσικό. Мы гордимся тем, что еще другой народ, русский народ, российский народ. Το οποίο πάντοτε συνεργαστήκαμε. Мы всегда сотрудничали с этим народом. Το οποίο πάντοτε περάσαμε δύσκολες φάσεις, αλλά πάντοτε στις κρίσιμες στιγμές είμαστε ενωμένοι εναντίον ενός λαού, ο οποίος μας επιβουλεύεται πάντοτε και εσάς και εμάς, που έχει διαφορετική θρησκεία και διαφορετικές αρχές και αξίες. Мы пережили вместе трудные моменты, но мы всегда были вместе и мы побеждали, оказывали общие победы против иноземного ига, против народа другого вероисповедания, против народа других ценностей. Επίσης εδώ η Εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, στον προστάτη της ναυτοσύνης, που και τα δύο έθνη έχουν μακρά παράδοση και μακρά ιστορία και περήφανος, και μας κάνει όλους περήφανος για το ναυτικό το οποίο έχουμε. Και εσείς πιστεύω ως Ρωσία και εμείς ως Έλληνες, το ελληνικό ναυτικό και το ρωσικό ναυτικό πάντοτε αποτελούσαν ηγέτιδες δύναμοι σε όλη την ανθρωπότητα. Эта церковь посвящена святому Николаю, как раз покровителю морских сил. И как раз наши страны, как и Россия, так и Греция, всегда славились своим флотом, своим военно-морским флотом, за плечами которого действительно славное прошлое. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые участвовали в этой мероприятии, в этой экономической лидерстве, в этой позиции, в которой мы находимся сегодня. Я бы хотел выразить благодарность людям, которые как раз оказали содействие в восстановлении этой церкви в таком виде, в котором мы сегодня ее видим. Как раз вся эта синергия людей вокруг и нас, греческого культурного центра. Тех людей, которые помогли, финансировали.
людей, которые идейные вдохновители и поддержали этот проект. Οι άνθρωποι που έβαλαν το μυαλό τους, δηλαδή την επιστήμη τους και την τέχνη τους να δίνει αυτή η επισκευή. Люди, которые подключили, во-первых, свои финансы, но, безусловно, свое мастерство, свои навыки, свои знания для того, чтобы мы имели сегодня такой результат. Και φυσικά το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους συνεργάτες και το Σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου που αγκάλιασε αυτή την ενέργεια και πιστεύω ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία τόσο μεταξύ μας όσο και με συνεργική αυτοκτονία και με τους ανθρώπους που γενικά βοήθησαν χωρίς ανιδιοτελώς σε αυτό το δύσκολο πραγματικά εγχείρημα να έρθει εις πέρας και να βλέπουμε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα και το συγκινητικό ταυτόχρονα αποτέλεσμα σήμερα. Также я бы хотела выразить благодарность всем сотрудникам муниципалитета, которые действительно абсолютно на безвозмездной основе отдали все свои силы, приложили все усилия для того, чтобы мы пришли к этому результату, а также представителям ассоциации мессинейцев, мессинейской амфиктионии. Все мы работали сообща, все мы взаимодействовали для того, чтобы мы имели этот результат и для того, чтобы мы сегодня испытали те эмоции, те трогательные эмоции, которые мы испытываем в этот особый день. Благодарю вас. Желаю всего доброго, всего самого лучшего нашим родинам. Κλείνοντας όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιεροσύνη τη δική σας, αλλά και την ιεροσύνη τη δική μας, ειδικά το Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος πράγματι αγκάλιασε αυτή τη συνεργασία. Όπως ξέρετε, οι σχέσεις περνάνε από δύσκολες φάσεις των δύο πατριαρχείων που ανοίγουν. Εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά και όλα θα είναι πράγματι στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας και της κοινής θρησκείας που μας ενώνει. Подытоживая, я бы хотел еще выразить благодарность нашим церквям, русской церкви, греческой церкви, руководителям наших церквей, которые как раз поблагословили наш сегодняшний совместный молебен. Мы прекрасно знаем те сложные моменты, которые испытывает наша церковь, и как раз очень значимо то, что сегодня сообща, сегодня совместно провели этот молебен. Мы искренне надеемся, что наша церковь, нашей церкви удастся преодолеть этот кризис, эти сложные моменты, которые сегодня испытываем. Особая благодарность нашим церквям. Я хотел бы прежде всего передать благословение Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла всем тем, кто участвовал в этом благом деле. Θα ήθελα να μεταφέρω την ευλογία του Πατριάρχη της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, του Κυρίλου, σε όλους όσους συνέδραμαν σε αυτόν τον ευγενικό σκοπό. Который буквально в пятницу благословил меня поехать сюда. Ο οποίος την περασμένη Παρασκευή με ευλόγησε ο Πατριάρχης Κύριλλος να μεταβώ εδώ. Чтобы воспомянуть тот великий подвиг тех погибших моряков России, Франции, Греции, Великобритании, которые вместе победили Османское иго здесь, на святой для каждого русского человека земле Греции. Για να συλλειτουργήσουμε και να θυμηθούμε το επίτευγμα, τον άθλο όλων αυτών των ναυτικών της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι έδωσαν την ζωή τους για την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού για έναν ευγενικό σκοπό εδώ στην ελληνική γη. В истории все повторяется. Στην ιστορία όλα επαναλαμβάνονται. Не с первого раза мы знаем здесь на Пелопоннесе это получилось у русских и греков. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ είναι έντονος ο ρωσικός, η ρωσική παρουσία στην Πελοπόννησο και η σύμπραξη με την Ελλάδα. Но με τους Έλληνες. Вы освободили русских людей через крещение от власти дьявола. Εσείς οι Έλληνες απελευθερώσατε το ρωσικό λαό μέσω του γεγονότος ότι βαπτίσατε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι υιοθέτησαν την χριστιανική θρησκεία και από αυτή την άποψη απελευθερώθηκαν από την εξουσία του διαβόλου. Εσείς μας απελευθερώσατε από την εξουσία του διαβόλου. А мы всего лишь помогли избавиться от османского ига. Και εμείς μόλις σας βοηθήσαμε να αποτινάξετε τον Οθωμανικό ζυγό.
И поэтому счет, наверное, как минимум 1-1. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τουλάχιστον ισοπαλία. 1-1. Будем дальше уповать на Бога и помогать друг другу. Θα έχουμε τις ελπίδες μας στο Θεό και θα βοηθάμε ο ένας τον άλλον και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Ευχαριστούμε. Ήταν ένα όνειρο, δεν είναι πραγματικό.